Ангелина Усенко, 12 лет, Евпатория. Ангелина всегда в центре событий. Несмотря на диагноз, поставленный при рождении, порок сердца, она старается быть наравне со сверстниками и максимально проявлять себя в творчестве. Все бегают, прыгают, занимаются в разных кружках. А ей тоже это хочется, она хочет на танцы ходить и какой-то гимнастикой заниматься, но ей это противопоказано. Мы нашли оптимальный способ, мы переложили ее желание все в художество. Она, собственно, занимается художественной деятельностью и довольно-таки успешно. Ей это нравится, то есть она вполне удовлетворена. Уже четвертый год Ангелина занимается в художественной школе, пробуя себя в разных жанрах изобразительного искусства. У нас очень дружный коллектив. Картины мы рисуем на разные темы. В основном это натюрморты и исторические какие-нибудь сюжеты. Инициатива принять участие в конкурсе «Преград нет» поступила от директора школы. И девочка согласилась, осознавая, что это станет шансом испытать свои возможности. Участников было очень много. И сначала награждали тех, кто за участие. И я все время думала, что это буду я. Очень не ожидала то, что стала в этом конкурсе лауреатом. В конкурсе «Преград нет» Ангелина участвует впервые. В копилке успехов девочки немало побед, но стать лауреатом здесь – особая награда. Эти конкурсы очень важны, очень нужны, они просто необходимы детям с особенностями развития, да, скажем так, ну, особенным детям. Детям это дает очень много, потому что они чувствуют себя полноценными членами общества и получают удовольствие от общения с окружающими. Ангелина уверена, что и дальше будет реализовывать себя в искусстве. Ведь для творческих и целеустремленных людей преград нет.